Казантип не зря называют республикой. Это место, где люди живут, развлекаются, отдыхают, превратилось в настоящую мекку для тусовщиков со всей планеты. Этим летом на берег Черного моря, недалеко от деревни Поповка, это на Украине, обратили свой взгляд даже крупнейшие мировые СМИ. Он с каждым годом становится все лучше и лучше, потому что добавляется много известных иностранных имен, и вот все сильнее и сильнее это становится. Но я не знаю, насколько это хорошо или плохо, потому что всегда все тусовщики приезжали и на русские имена, на ребят из Питера, из Москвы, из других там городов России, и все было в принципе ничего. Иностранцы, жители России и бывшего СНГ слетаться на Казантип стали не только на свет всемирно известных звезд, но и благодаря тому, что Поповка стала деревней контрастов. И рядом с унылым совдепом выросли пятизвездочные отели европейского уровня. Среди гостей, или правильнее будет сказать, жителей республики Казантип, можно встретить многих известных петербургских диджеев. В этом году в Казани варились диджей Фил, Косинус, Виктор Строганов, Лена Попова и многие другие. Сюда съезжаются как профессионалы, так и новички. Ведь для диджеев Казантип все равно, что Евровидение для артистов. Впрочем, многие петербуржцы приезжают сюда просто для отдыха. Послушать хорошую музыку, насладиться южным летом, на время забыть о городской суете.